Всем привет! Вы снова в проекте «Минуту откровения» вместе с Алексом Янцевичем. Священное Писание говорит о том, что в последнее время вы услышите о войнах и военных слухах, что пойдет брат на брата и народ на народ. И, к сожалению, сегодня наши с вами народы, славянские народы, к сожалению, ведут себя не самым адекватным образом. И очень много есть пересудов по поводу того, как реагировать на эти вещи. Священное Писание говорит, что когда услышите о военных слухах, когда услышите обо всем об этом, не обращайте внимания. Не то чтобы совсем не нужно обращать внимание, но нужно уметь правильно реагировать на эти вещи. Политики и другие силы пытаются отвлечь нас от самого главного, что мы должны сострадать, что мы должны молиться, что мы должны благословлять даже ненавидящих и гонящих нас. Друзья мои, пусть Божья любовь пребудет в каждом сердце. Пусть Господь разрешит эти вопросы. И мы с вами будем жить в другом мире. И мы с вами научимся по-другому относиться к вещам. Вы были в проекте «В минуту откровения» с Алексом Янцевичем. Храни вас Бог.